48 мы провязываем полностью Oh.
повернувшись на лицевую сторону, вводим красный цвет. Заводим спицу в первую петлю. Набрасываем на нее нить контрастного цвета. Нить белый цвет. По схеме в третьем ряду у нас одна петля снимается. Следующая за ней провязывается. У нас на спице осталось 2 петли. Одна петля снимается. И последняя провязывается. С изнаночной стороны, так как у нас сейчас рабочая нить белого цвета, значит белые петли будем провязывать по себе, а контрастные снимать с левой спицы на правую, оставляя нить